не боюсь опасных встреч. Со мною щит и верный меч. Нет неприступных крепостей и башен. Когда рассержен я всерьез, берусь за дело без угроз. Я страшен в гневе, страшен в гневе, страшен. Ну вот и замок. Это я трублю боевой рок. Эй, ленивые трусливые рыцари замка тысячи сластей, я вызываю вас на бой. Всех разом, можете не сомневаться. А кстати, сколько вас? Что? Целых 100? Немало. Я предполагал поменьше. Но, впрочем, разница не так уж велика. Я здесь, я готов сражаться. Я страшен, страшен, страшен. Геннадьевич, а что это за парень? Вот. Не знаю. А вот и вы. А ну-ка, отвечайте. Где мой верный друг, которого привык я кликать коксом, а? Не знаем. Не знаем. А кто его конфетой заманил и запер? Теперь бедняга от сладости, наверное, забыл про все на свете. Бедный коксик. Зубок, ты это сейчас о чем? Послушай-ка, Зубок. Не вздумай прикасаться, а не то. Зубок, ты это перестань. Ты хочешь бросить вызов мне? Ну что же, защищайся! Эй, ты чего это? Я в ярости! Я не терплю обмана! И вам пощады от меня не будет! Ой, Геннадьевич, я и не думала, что Зубок у нас такой. Я тоже думал, что он более смирный. Но недаром говорят, гнев – страшная штука. От нее и разум теряют. Ой, бедный Зубочек. Так, я думаю, пора уже принимать какие-нибудь меры. Какие? Надо успокоить Буяна. Так, ну-ка, Шунечка. А ну, хватит безобразничать. Брось эту штуковину. Ну, Енотыч, как нечестно. Этого в сценарии не было. В каком еще сценарии? Ты не заговаривайся. Вот оставлю тебя в наказание без пирожков с яблоками. Тогда узнаешь. Енотыч, за что? Сначала безобразничает, а потом спрашивает. Кто кричал, я страшен в гневе, а? Не ожидали мы от тебя такого. Не стыдно, а? Ни капельки. Что? Зубок, ну одумайся, а. Да. Ну что значит одумайся? Говорите по сценарию, а? Ой, опять он за свое. Да. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, друзья. Ой, Антон. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Антон. Слушай, Антон, это что получается? Я стараюсь, репетирую, а они не по сценарию меня хватают. Еще пугают, что пирожков не дадут. Несправедливо. Объясни им все как следует, а? Объясни? Что это значит? Кажется, я понимаю, что уже ничего не понимаю. Ой. Разве Коксик не рассказывал вам, что он хочет снимать фильм? Как фильм? Это? Фильм? Ну да, по сценарию, который он сам придумал. Так. О том, как его конфеты заманивают в замок тысячи сладостей. И он становится сладкоежкой. А верный друг его, ну, я, рыцарь Зубок, спасает его. Как интересно! А для меня там будет какая-нибудь роль, а? Обязательно. Роли будут для всех. Потому как фантазия у Коксика просто безграничная. Я вот принес сценарий. Да! А мы-то. Антон, мы все за чистую монету приняли. Да. Решили, что Зубок и правда стал буяном и безобразником. Репетирую. А я не знал, что вы не знали. Каждый может ошибиться. Главное, не спешить с выводами. Прости нас. Ну да. Да, конечно, прощаю. Ну, тогда пойдемте скорее кино снимать. Постой, Шунечка, все не так просто. Да? Надо сначала роли выучить, отрепетировать. Да, нарисовать декорации, придумать какие-то костюмы. Да еще много чего. Тогда давайте прямо сейчас репетируем.
репетировать? Нет, хватит на сегодня репетиций. Оставим на завтра. А сейчас пришла пора прощаться с ребятами. Вот это верно, да. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. До новых встреч. Всего вам доброго, друзья. Храни вас Господь. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи. Доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением встречи. Доброй вам ночи, друзья.